Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на цикле наших вебинаров, посвященных новинкам нашего издательства. Я надеюсь, что звук и видео работают исправно. Традиционно прошу вас написать в чате плюсики, если все хорошо, если какие-то проблемы, тоже можно. Я надеюсь, что все будет отлично и вы с удовольствием проведете этот час с нами. Подготовлена презентация, которую вы все можете сохранить у себя. И после проведения вебинара мы традиционно размещаем на нашем YouTube-канале все наши записи. Можете вернуться в любое время и пересмотреть, если что-то вдруг пропустили. Итак, мы в этом году запустили цикл вебинаров и ежемесячно рассказываем о новинках, которые подготовило наше издательство за месяц. В октябре мы подготовили книги по следующим дисциплинам, направлениям и специальностям. Базы данных, транспортные средства, материалы ведения, связи с общественностью, экономика, педагогика и психология, финансы, политология, трудовое право, английский язык, история и зоология. Традиционно приношу на наши вебинары бумажные книги, а также рассказываю о том, что в электронном виде. Все книги можно напечатать у нас, можно смотреть в электронном формате. Сейчас такое время, когда то, как удобно это делать, решает сам пользователь. Подробнее о наших книжных новинках. Принесла книгу «База данных». Она вышла в печатном виде, есть и в электронном. Это пособие, которое разработано с учетом федерального образовательного стандарта высшего образования по дисциплине базы данных. Это пособие для студентов бакалавриата очной и заочных форм обучения по направлению бизнес-информатика. Теоретический и практический материал изложен компактным сохранением необходимых строгости, алгоритмичности и проработанности основных понятий в соответствии с рабочей программой дисциплины. По направлениям и дисциплинам: конструкция наземных транспортно-технологических машин, транспорт, транспортные средства, мы подготовили книгу «Обоснование показателей работы выправочно-подбивочных машин циклического и непрерывного действия». Это монография, в которой изложены основные положения по обоснованию показателей путевых машин для производства выправочно-подбивочных работ. Приведены модели и их доверительные интервалы основных технико-экономических показателей работы путевых машин. Материалы монографии основаны на результатах натурных испытаний работы выправочно-подбивочных машин циклического и непрерывного действия. Предназначена эта монография для инженеров, научных работников и студентов строительных и экономических специальностей очной и заочной форм обучения. Следующее издание подготовлено по дисциплинам материаловедения, материаловедения и технологии конструкционных материалов. Это практикум по дисциплине материаловедения и технологии конструкционных материалов. В двух частях мы представляем вам первую часть. Она предназначена для студентов высшего образования, обучающихся по направлению агроинженерия. По направлениям экономика, организация производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе и экономика отрасли подготовлена книга «Форма хозяйствования аграрной сферы в условиях рынка России. Проблемы и перспективы развития». Это учебное пособие. В нем рассмотрены объективные основы формирования различных форм хозяйствования, теория и практика регулирования их развития в аграрном секторе. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по экономическим специальностям
в сельскохозяйственных высших учебных заведениях, а также для научных сотрудников, аспирантов и широкого круга экономистов по направлению экономика. Подготовлено одноименное учебное пособие «Экономика». Настоящее учебное пособие представляет собой теоретический материал, в котором в четкой структурированной форме изложены предметы и методы экономической теории, ключевые вопросы микроэкономики, функционирование макроэкономики, макроэкономическая нестабильность, государственное макроэкономическое регулирование, финансовая структура государства, переходная экономика, а также сущности содержания международных экономических отношений. Рекомендуется к использованию данное учебное пособие преподавателям экономических дисциплин, студентам при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Книга, которую я принесла и в бумажном виде, вот она, замечательная, и вы видите ее в презентации. Это монография «Направление развития и проблемы функционирования информационно-консультационной службы АПК». Информационно-консультационная служба традиционно в аббревиатуре ИКС. Что в этой работе важного? Она, несмотря на свой небольшой объем, она очень глубокая, и в ней раскрыта организационно-экономическая сущность и составляющие сельскохозяйственного консультирования. Вообще мы обратили внимание на сельское хозяйство, и много книг посвящено АПК, сельскому хозяйству, агроэкономическим комплексам. В этой книге анализированы этапы развития и организационной структуры управления ИКС, определены принципы построения и функционирования ИКС, а также роль информационно-консультационной службы в повышении экономической эффективности сельского хозяйства. В работе исследуются пути и способы совершенствования деятельности ИКС, и в частности совершенствование организационно-экономического механизма функционирования ИКС. В работе предлагается методика оценки эффективности деятельности ИКС, определена роль инновационной деятельности в сельскохозяйственном производстве. Предлагаются формы и методы освоения достижений научно-технического прогресса, а также интеграции информационной и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках ИКС. По направлению экономика и экономика отрасли мы также подготовили книгу «Развитие научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве». В этой монографии, я ее тоже принесла в печатном виде, вот она, пожалуйста, довольно объемная. В ней изложены основные теоретические и методологические положения по развитию научно-технического прогресса в сельскохозяйственном производстве. Выявлены тенденции в количественном и качественном развитии НТП и освоении его достижений. Выполнена оценка состояния научной и инновационной инфраструктуры. Выявлена роль учхозов, информационно-консультационных служб, отраслевых союзов в продвижении достижений НТП. Разработан прогноз уровня и перспективных параметров развития НТП в сельскохозяйственном производстве. Выявлено влияние факторов НТП на развитие сельскохозяйственного производства. Книга эта рекомендуется для специалистов сельскохозяйственного производства, студентов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации. Вот эта книга и предыдущая книга, они дополняют, вот они обе, они дополняют и расширяют знания в области экономики отрасли. Поэтому, конечно, лучше их приобретать в комплекте и стараться делать так, чтобы при использовании эти книги всегда были рядом. По направлению финансы. Подготовлено учебное пособие «Финансы и финансовая система Российской Федерации». Книга эта небольшая, тоже ее принесла, вот она в мягкой обложке. Это учебное пособие посвящено структуре финансовой системы Российской Федерации. Изложены сущность финансов, основы финансовой политики государства и управления финансами.
Подробно рассмотрены основные звенья финансовой системы, государственный бюджет, государственные внебюджетные фонды, государственный кредит, финансы хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств. Отдельный раздел посвящен роли страхования в системе финансов. В конце каждой главы приводятся контрольные вопросы для самопроверки. Учтены последние изменения в российском финансовом законодательстве. Пособие это предназначено для бакалавров, обучающихся по экономическим специальностям, и может представлять интерес для обучающихся в магистратуре, а также всех читателей, интересующихся вопросами финансов в современных рыночных условиях. По направлению дисциплины логистика. У нас много материалов по этим направлениям. Сейчас мы обратили внимание на сетевую логистику. В связи с этим подготовлена монография, обобщающая работы автора, посвященная институциональной трансформации логистики в сетевой экономике. Особое внимание уделено анализу институционального влияния облачных технологий на рыночное поведение, стратегию и тактику субъектов маркетинга. Издание рассчитано на участников рыночных отношений, научных работников, преподавателей и учащихся высшей школы. По дисциплине политология подготовлена хрестоматия по геополитике. В эту хрестоматию включены тексты работ отечественных и зарубежных авторов, представляющих различные направления геополитической мысли прошлого, настоящего, а также отдельные международные соглашения и договоры, оказавшие существенное влияние на развитие геополитической ситуации в современном мире. Отбор материалов определялся прежде всего их значимостью в рамках изучения курса геополитики, а в ряде случаев и ограниченной доступностью. В приложении к хрестоматии представлена рабочая программа дисциплины «Геополитика» для бакалавриата по направлению политология. Книга предназначена для студентов бакалавриата и магистратуры, изучающих курс геополитики, аспирантов, преподавателей дисциплин социально-гуманитарного профиля и всех интересующихся геополитической проблематикой. Трудовое право. По этому направлению подготовлен одноименный сборник учебно-методических материалов «Трудовое право». В нем, он, в принципе, он разработан для организации учебного процесса по дисциплине «Трудовое право» и предназначен для преподавателей, обучающихся по специальности юриспруденция, причем независимо от профиля подготовки бакалавров. Также оно может быть использовано при изучении курса «Трудовое право» студентами всех профилей подготовки по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Управление персоналом». Это учебное пособие включает в себя содержание курса, разбитое на модули, темы с вопросами для изучения, планы практических занятий с методическими указаниями для подготовки обучающихся к ним и вопросов для обсуждения по темам, учебными задачами и казусами, тестовыми и иными заданиями, а также предлагаемой тематикой для докладов. Кроме того, в этом учебном пособии содержатся вопросы для подготовки к промежуточной аттестации, примерная тематика для подготовки научно-исследовательских работ в области трудового права, список основных нормативных правовых актов и актов судебных органов, перечень рекомендуемой учебной научной литературы по дисциплине и полезных интернет-ресурсов. В принципе, этот набор мы стараемся допускать в каждое учебное пособие, чтобы при его использовании было максимально меньше дополнительной литературы. Как показывает многолетний опыт автора пособия, использование представленного комплекса учебно-методических материалов, сочетающих в себе как теоретические, так и практические элементы по освоению дисциплины, позволяет приобрести обучающимся соответствующие знания, умения и навыки по курсу «Трудовое право», а также уверенно сформировать компетенции, необходимые для их будущей профессиональной деятельности.
по направлениям специальностей педагогика, педагогика высшей школы, подготовлена монография «Формирование единого образовательного пространства и проблемы эффективной оплаты труда педагогических работников. Экономические, правовые, организационные аспекты». Результаты научного исследования, представленного в этой монографии, отражают отдельные аспекты актуальной проблемы развития эффективных финансовых механизмов, обеспечивающих формирование единого образовательного пространства в рамках Национальной образовательной системы Российской Федерации. В работе рассматриваются нормативные, правовые, финансовые, макроэкономические и иные факторы, влияющие на уровень оплаты труда работников сферы среднего и профессионального образования, а также экспертные мнения относительно возможности совершенствования существующих механизмов оплаты труда педагогических работников. Материалы издания могут быть использованы при работе со студентами, обучающихся по направлениям экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, при обработке федеральных, региональных и местных проектов, направленных на формирование единого образовательного пространства. Также издание ориентировано на специалистов в области государственной службы, управления системой образования, а также всех, кому интересна эта тема. Следующая книга подготовлена по направлению педагогика, история и методология науки. Собственно, учебное пособие так и называется «История методологии педагогической науки». Дисциплина одноименная, она посвящена истории развития педагогической науки и философии образования, которая раскрыта на фоне различных эпох, политических, экономических и культурных факторов. Эта книга знакомит с выдающимися психологами, педагогами, философами, философскими и педагогическими системами, в основе которых рассматривается опыт воспитания и образования многих поколений, стран и континентов на протяжении всей истории человечества. Содержание дисциплины изложено в двух разделах, включает материал для контроля и соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Издание предназначено для магистрантов педагогических вузов, аспирантов, а также преподавателей и студентов педагогических вузов и колледжей. По дисциплине коррекционная педагогика подготовлен сборник научных трудов «На крыльях детства». В этом сборнике представлены статьи участников Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «На крыльях детства». Ресурсы современного коррекционного развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. В статьях дается анализ теоретических и практических подходов к организации коррекционно-педагогической работы с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья. Предлагаются новые направления формирования междисциплинарных связей и общей специальной педагогики и психологии, методики непрерывного общего образования. Описываются инновационные технологии, касающиеся методик оптимизации методов и приемов воспитания и обучения в условиях интеграции и инклюзии. Материалы сборники адресованы работникам системы дошкольного, школьного и профессионального образования, преподавателям и студентам педагогических вузов. В рамках педагогики высшей школы подготовлен исследовательский проект изучения творческой деятельности и мотивации студенческой молодежи в условиях двухуровневой системы высшего образования. Это монография, в которой в четко структурированной форме изложены вопросы теоретико-методологического обоснования изучения проектной деятельности. Все, что касается проектной деятельности, сейчас крайне важно и редко когда описано в книгах, поэтому подготовку таких пособий мы считаем своей первостепенной задачей. В этой книге содержатся эмпирические результаты социологического исследования факторов, способствующих и препятствующих развитию творческой деятельности в условиях двухуровневой системы высшего образования и организация проектной деятельности среди студенческой молодежи. Рекомендуется к использованию преподавателям, бакалаврам и магистрам при изучении курса проектной деятельности в социологии.
По педагогике и методике преподавания представляем вам книгу «Школьная этика». Эта книга – такой своеобразный прорыв и предложение в систему обучения и образования. Это учебник и одновременно программа этики как базового учебного предмета, который должен преподаваться в школе для обеспечения моральной полноценности подрастающего поколения, но который до сих пор не разработан и не внедрен. Отсутствие этики в школьной программе как полноценного предмета, входящего в число базовых предметов, это моральный пробел в системе образования, так считает автор, и мы его поддерживаем выпуском этой книги. Отрицательные последствия этого отсутствия имеют цивилизационный масштаб, масштаб преодоления, при котором низкий уровень нравов и духовно-нравственный кризис цивилизации становится очевидным. Успешно ликвидировать моральный пробел в системе образования можно только посредством правильной разработки и правильного внедрения школьной этики как базового предмета. Он послужит эффективным инструментом нравственного воспитания и нравственного образования подрастающего поколения. В этой книге представлена фундаментальная программа, собственно говоря, это есть и в названии программная разработка, не имеющая аналогов во всем мире и готовая для внедрения преподавания в средней школе прямо сейчас. Прошу обратить на эту книгу особое внимание. Также касательно проекта деятельности учащихся подготовлена книга «Я исследователь». Это программа конвергентного образования. Методические рекомендации предназначены для магистрантов направления педагогическое образование, а также педагогов общеобразовательных организаций и педагогов дополнительного образования. Модульный курс объемом 36 часов предназначен для внеурочной деятельности обучающихся со 2 по 11 класса. Данное пособие включает в себя программу, примерную рабочую программу, методические принципы, организацию учебных занятий, технологические карты занятий, информационные листы для учащихся, дидактический материал и учебные проекты, выполняемые в ходе освоения программы. По дисциплинам английский язык, иностранный язык профессиональной деятельности подготовлена книга «Рекомендации по обучению английской письменной научной речи для студентов-историков». Она есть у меня в бумажном виде. Вот это такая небольшая книга в мягкой обложке. Но содержание ее крайне ценно. Цель предполагаемого учебного пособия заключается в обучении студентов-историков основам английской письменной научной речи. В эпоху развитых международных научных связей и неоднозначного толкования истории представляется необходимым научить будущих историков излагать материал письменно. Для этого необходимо проводить поэтапное обучение письменной научной речи, которая в настоящее время приобрела определенные традиции. По дисциплине английский язык также нами был выпущен англо-русский толковый словарь по робототехнике и искусственному интеллекту. Мы очень долго ждали эту книгу. Вот она, есть в печатном виде. Такое внушительное издание большого формата. Что это за словарь? Первое издание словаря содержит более 2500 словарных статей, около 4000 переводных терминов, используемых в робототехнике и в работах по искусственному интеллекту, а также в связанных с ними прикладных областях. Издание предназначено для специалистов в области робототехники, вычислительной техники и информатики, для переводчиков научно-технической литературы, преподавателей, аспирантов и студентов технических университетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся современными технологиями. По дисциплинам материаловедения в полиграфическом и упаковочном производстве, художественное материаловедение, история и наука дизайна подготовлено учебное пособие «Филигранология. Наука о бумаге ручного производства с водяными знаками». Судя по названию, это про деньги. Но это не так. В учебном пособии
описан широкий комплекс вопросов развития научной и технической мысли, связанный с процессом ручного производства, распространения и изучения бумаги с водяными знаками, филигранями. Обобщены результаты анализа российской иностранной фундаментальной и важнейшей прикладной литературы 18-20 веков по истории бумаги, филиграни и ручного бумажного производства в Европе и Америке. Характеристика всех направлений 250-летнего развития науки об истории бумаги, ручного производства и методах идентификации в историческом исследовании приводит к выводу, что процесс первоначального накопления знаний уже окончен. Кризис современного филиграновидения связан с недостаточной продуктивностью и точностью его методов. Для преодоления кризиса введено базовое понятие вида бумаги как физического объекта с набором поддающихся инструментальному изучению и разумных по информационному объему показателей. Обоснованы практические методы снятия и математической обработки этих показателей. Системный подход к истории производства, торговли и потребления бумаги реализован в графиках вероятностного хронологического распределения бытования ее видов для разных эпох и регионов. На их основе выводятся коэффициенты к новой формуле датировки любой бумаги и филиграней с заданными степенями вероятности. Система количественного анализа бумаги любого числа видов в сущности преодолевает кризис филиграновидения путем превращения его в точную науку. Широчайшие практические возможности современного филиграновидения демонстрируются на примере комплексного дипломатического анализа дела о смерти царевича Дмитрия. Книга снабжена алфавитно-математическими указателями всех филиграновических трудов, имеющих справочное значение. Обращаю ваше внимание на то, что автор этой книги Андрей Петрович Богданов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Другие книги автора разместила в этой презентации, они тоже имеют больше историческую направленность, например, книга «Летописец и историк конца XVII века» и «Идеи русской публицистики». По истории России мы выпустили пособие «Развитие демократических институтов в России. Социально-экономические и политические аспекты. 9-е начало 20 века». Эта книга есть в бумажном виде. Великолепное исполнение. В пособии рассмотрены условия возникновения и последующие становления в России национальных демократических традиций, особенности их институциализации на разных этапах отечественной истории, в период возникновения отечественной государственности, реформ Ивана Грозного, Петра I, Екатерины II, второй половины XIX века, трех русских революций. Показаны закономерности в развитии взаимоотношений между властью и обществом на протяжении дореволюционной российской истории. Особое внимание уделено экономическим и правовым основам деятельности различных демократических институтов, таких как община, артель, кооперация, органы местного профессионального и производственного самоуправления. В приложении данной статьи автора по проблематике истории гражданских институтов в период русской революции 17 года и другим близким темам. Книга предназначена для аспирантов, студентов магистратур и бакалавриата, абитуриентов, школьников старших классов, а также всех тех, кто интересуется отечественной историей. По истории России также была выпущена книга, это монография «Россия на пути из смуты. Избрание на царство Михаила Федоровича». Книга эта есть в бумаге, вот, пожалуйста. Хронологические рамки этой монографии значительно шире обозначенного в заглавии периода после смуты. В ней рассмотрено время и до нее, и во время нее, когда многие русские люди осознали пагубность затяжной политической междоусобной борьбы и стали объединяться в ополчение для изгнания интервентов. Победив, они начали совместно решать судьбу царского престола. В приложении к работе даны биографии наиболее видных участников тех событий и публикуются важнейшие архивные документы, относящиеся к Земскому собору
Книга предназначена для историков, преподавателей, студентов. И, конечно же, это прекрасный книжный повод ко Дню народного единства. Россия на пути из смуты. По истории мы выпустили в октябре этого года массу книг. Хотелось бы представить вам еще одну. История России. ОГПУ, НКГБ в борьбе со спецслужбами Японии. Это удивительная монография, посвященная противостоянию советских и японских спецслужб в период 1918-1945 годов. Усилия органов государственной безопасности Советского Союза в это время были нацелены в первую очередь на предупреждение пресечения разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Японии, а также диверсионной и террористической деятельности националистического подполья на Дальнем Востоке. Книга предназначена для всех, кто интересуется историей советско-японских отношений в 20 веке. Очень внушительная книга, больше 500 страниц. Мы с нетерпением ждем ее выхода в печатном виде и, конечно же, предлагаем всем ее для изучения. История России включает еще одну книгу, учебное пособие «Крестьянство в годы гражданской войны». Это пособие для магистратур вузов, есть в печатном виде, вот, пожалуйста, прекрасно изданная книга. Она посвящена малоизвестной странице в истории гражданской войны в России, феномену антибольшевистского крестьянского повстанческого движения. На страницах этой книги раскрываются причины этого движения, его масштабы, региональные особенности, и обосновывается тезис о важнейшей роли крестьянства и крестьянского движения в победе большевиков в гражданской войне. В пособии освещаются такие аспекты и проблемы, как лозунги и программы крестьянского движения, влияние на него эсеров, анархистов, белого движения, вожаки крестьянского повстанчества рассматриваются в этой книге, казачество в гражданской войне и многое другое. Учебное пособие предназначено для магистрантов, изучающих историю России периода Великой Российской революции и гражданской войны, а также аграрную историю России в ее советский период в целом. Источниковую базу пособия составляют документы центральных и местных архивов, а также опубликованные материалы, изученные автором в рамках работы над международным проектом Института российской истории Российской академии наук «Крестьянская революция в России». По истории европейских стран подготовлено пособие «Страны Восточной Европы в 20 веке. Зигзаги исторического развития». Рада показать вам эту книгу в бумажном виде. Вот она, прекрасно изданная. Это учебно-методическое пособие содержит краткий обзор и анализ истории стран. Стран восточноевропейского региона в период Первой мировой войны и до конца 20 века. В пособии освещены проблемы зарождения, развития и падения режима так называемой народной демократии в этих государствах. Издание снабжено документальными материалами по темам семинарских занятий. Оно предназначено для студентов-историков, слушателей магистратур вузов по всеобщей истории, а также всех тех, кто интересуется узловыми проблемами европейской истории новейшего времени. Издание это второе, исправленное, дополненное. Первое издание разошлось несколько лет назад, и мы рады представить долгожданное второе. По истории мы выпустили еще одну книгу, она историко-документальная, называется «На острие противостояния линейные крейсера Германии в боевых действиях Первой мировой войны». Книга эта посвящена событиям Первой мировой войны и ее участникам, германским линейным крейсерам. Интересующийся военно-морской историей читатель найдет здесь и тактико-технические характеристики боевых кораблей, и подробности больших сражений, и цитаты подлинных исторических документов, и примеры как отчаянного героизма, так и феноменальной бессмысленной жестокости.
Война в море, в дыму, крови и рваном железе откроется такой, какова она есть. Ну, собственно, как и про любую войну, такие книги писать очень тяжело, еще труднее их читать. Но знать о том, что противник обладал совершенным оружием, был отлично обучен и представлял собой страшную угрозу для всей Антанты, в том числе и для нашей страны, но все-таки был побежден, и какой ценой, и как искать ответы нужно на страницах именно этой книги. Представляем вам научно-популярное издание. Оно по истории зарубежных стран, называется «Колесницы в пустыне. Тайны древней Африки». Рада представить вам эту книгу в печатном виде. Вот, пожалуйста. По числу неразгаданных тайн Африка, пожалуй, может сравниться только со старушкой Европой. И хочу сказать, что автор прикоснулся только к части неразгаданных тайн подлинных реликвий, сокровищ этого континента, поскольку вот для полного освещения этой темы понадобилось несколько томов и целый коллектив африканистов, ученых-африканистов. Эта книга иллюстрированная. Сейчас, минуту. Вот. Масса иллюстраций, прекрасное исполнение, язык. Напоминаю, что это издание научно-популярное и весьма занимательное. Также мы издали книгу с автором предыдущей книги, является автор этой книги о зоологии, реликтовая зоология «Животный мир из прошлого». Это также научно-популярное издание. Представляю вам эту книгу в бумажном виде. Вот. Эта книга посвящена исследованию загадочных животных, тоже иллюстрированная. Вот. Прекрасно. Вот. Не знаю, видно вам или нет, но случайно открытый гигантский головастик. Было это или нет, это сложно сказать. Загадочные животные изучаются не только те, которые были, но и исследуются, были ли какие-то из тех, что мы знаем. Возможно, они никогда и не существовали. Тем не менее, специалисты в этой области, которые называются криптозоологами, ведут непрестанный поиск правды. И поиск этот, помимо того, что он необыкновенно увлекателен, еще и необыкновенно важен для науки. Потому как в любом случае, каким бы ни был результат, это приносит много полезного сегодняшнему поколению исследователей. Разместила в презентации еще книги этого автора. Они также являются научно-популярными изданиями. Я прошу вас обратить внимание, потому что линейка этих книг по зоологии, по археологии, она просто уникальна, потому что все то, что мы знали, и то, что на самом деле не прекращалось никогда исследоваться, оно сохраняется и в наши дни. И удивительно прочитать про людей, которые этим занимаются, и то, какие они открытия совершают в этой невидимой для пользователя стороне. Обратите внимание, люди-динозавры и сокровища Мезоамерики. Также наше издательство, помимо того, что работает в направлении учебной, научной литературы, литературы научно-популярных серий, занимается еще и поиском удивительных книг. Мы пополнили в октябре нашу коллекцию мемуаров замечательных людей и коллекцию коллаборационистов. Обложки книг я вам представляю. Например, совершенно уникальные книги, читать которые одно удовольствие. Например, роман «Без вранья» Мариэн Гоф. Это воспоминание о Есенине, полная книга воспоминаний, с которым поэт, писатель, драматург Анатолий Мариэн Гоф был очень близок.
Также записки Кирасира. Это воспоминания князя Владимира Трубецкого. Собственно говоря, вся жизнь этого человека есть нескончаемый приключенческий роман с очень трагическим концом. Прочитайте. Книгу «При дворе последнего российского императора» представляем вам в рамках этой серии. Автор ее человек очень непростой судьбы, ставший непосредственным участником исторических событий и в корне изменивших судьбу России. С удовольствием обращаю ваше внимание на книгу Покровского «Дипломатические войны». Это сборник статей, издававшихся в таком виде почти 100 лет назад, в 23-м году. Именно Покровскому принадлежит замечательное высказывание «История – это политика, обращенная в прошлое». Для студентов, вообще для поколения, которое сейчас обращается в прошлое все реже, такие находки – это очень ценно. Книга о Набокове и книга Набокова «Другие берега», она содержит почти 40 лет воспоминаний этого американского писателя русского происхождения. Кроме того, почему о Набокове? Мы включили в эту книгу исследование замечательной Зинаиды Шаховской «В поисках Набокова». Соединили две эти книги и поняли, что изучать и читать их нужно именно вместе. Откроется Набоков с совершенно неожиданной стороны. Ну и, как я уже говорила, мы пополнили коллекцию коллаборационистов книгой собственной Его Императорского Величества «Камбой». Эта книга была выпущена в Сан-Франциско в 1961 году. К 150-летию от образования, от создания императорского камбоя. Удивительная история, рассказанная от его создания и до последних дней пребывания в царском селе и ставке. В прошлом месяце, в сентябре, я не догадалась вас оповестить о том, что мы готовим. А это очень важная часть нашей работы. На ближайший месяц мы планируем выход нескольких новинок. Я уверена, что их будет гораздо больше. Вы видите по объему наших презентаций, что книг мы выпускаем много. Но, тем не менее, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мы пополним нашу базу книг по дисциплине материаловедения основами современного материаловедения, также двумя книгами для СПО по эконометрике. Это будет учебно-методическое пособие, предназначенное для бакалавров и студентов СУЗов, экономических и других направлений очной и заочных форм обучения. Также для СУЗов подготовим экономику в структурно-логических схемах. Там будут изложены основные темы дисциплин введения в экономическую теорию, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика, история экономической мысли. Все это будет в структурно-логических таблицах, схемах. Это будет способствовать более полному усвоению основных положений курсов. Пособие будет предназначено для бакалавров, студентов СУЗов, экономических и других направлений очной и заочных форм обучения. Также планируется к выпуску «Основные теории управления организацией». Это учебное пособие, которое познакомит с основными разделами учебной дисциплины «Основы теории управления». Предназначено оно будет для студентов, обучающихся по направлениям управления персоналом, менеджмент, среднеспециальных учебных заведений тоже подойдет, для бакалавриата и, ну, собственно, для преподавателей. Также мы планируем пополнить дисциплину педагогика книгой «Физическая культура. Ценности. Личность». По физической культуре у нас сформировалась уже такая внушительная коллекция.
Также прошу обратить особое внимание на книгу, которую мы планируем в самое ближайшее время выпустить. «Почему любовь ранит?» Это социологическое объяснение. Социолог и психолог Ева Илус подготовила такое социологическое объяснение. Вот в качестве анонса к этой книге, обложку вы уже видите, достаточно сказать только то, что в будущем говорить о любви, не прочитав этого исследования, будет невозможно. Вы будете первыми, кто это прочитает, поэтому обращайте особое внимание. Напоминаю, что все новинки нашего издательства размещены на нашем сайте. Также они попадают в коллекцию электронной библиотечной системы Университетской библиотеки онлайн. Мы представляем новинки в наших аккаунтах в соцсетях. Без соцсетей сейчас никуда, поэтому заходите в наш Инстаграм, в наш Фейсбук. Именно здесь мы размещаем наши новинки по истории, показываем, что мы сделали для коллекции мемуаров замечательных людей и других уникальных книг. Также наш аккаунт ВКонтакте, там не только информация о наших вебинарах, но и есть представлены книжные новинки. Вы видите наши контакты, традиционно их даю в конце нашего вебинара, чтобы вы могли увидеть наши сайты и наши адреса, запросить целиком списки наших книг. И я надеюсь, что вы придете на следующий вебинар и увидите ту нашу работу, которую мы запланировали и сделали в ноябре. Я вас жду, готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Если нет, то буду рада видеть вас через месяц на нашем вебинаре «Новинки издательства Директ Медиа. Ноябрь». Спасибо. Большое спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Напоминаю, что вы можете сохранить себе эту презентацию и обращаться к ней в любое время. Всего доброго, хорошего.